Шиша из первых шести глав книги бытия, я сделал ударение на несколько мест там и здесь. Несколько человек подошли ко мне и сказали, мы учим эти вещи очень интересные. Также это открывает понимание священных писаний. Я только прикоснулся к некоторым местам. И сегодня я продолжаю с теми же главами. С теми же первыми шестью главами книги Бытия. Может быть кого-то из вас это побудило почитать э, более глубоко и другие источники информации. Есть мудрецы, которые говорят, что тот, кто понимает книгу бытия, понимает весь Танах. есть на Тора, и есть те, которые смотрят на первые пять книг Моисея как на какую-то уже не актуальные рассказы. Но это неправильно. В первом псалме написано тот, кто свое сердце поставил рядом с Торой, на Он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Тану, بخаим, Многие из нас в нашей нормативной жизни э, ищут успех. ولфамим, легамры, и некоторые не совсем понимают даже, что такое успех. А Современная жизнь говорит нам о том, что успех — это здоровье и деньги. То, что здоровье — это часть успеха, это точно. Но если вы помните наш праотец Яков, паро, в один день он стоял перед фараоном. Иосиф познакомил их. و... Яков сказал: дни мои немногочисленные, я не достиг дней отцов моих Авраама и Ицхака. И они трудные, горькие, он сказал, Злые. Злые. Клумар то есть жизнь Якова была очень сложной. Афилу ра, разы зло. Написано даже не сложные, а злые. Аллах Но в конце жизни написано, что он отошел к отцам насыщенный днями. То есть, он да совершил то, что Бог заповедал ему совершить. Поэтому не всегда традиционный взгляд на то, что есть добро, а что зло, он истинен. И счастье это не всегда, а богатство не всегда хорошо. Потому что очень часто богатые люди, они постоянно, у них мысли работают, как сохранить или преувеличить свое богатство. Много лет назад, когда мы купили это здание, Entonces, приехали, это Бог благословил нас, это было большое чудо. Я помню, как я сидел с продавцом. Хаки. Его зовут Гай Цхаки. و... И он по всему миру владеет uh, недвижимостью. <существует> очень богатый человек. <существует> <существует> И я подумал, сижу с очень преуспевающим человеком. А потом наш адвокат, который помог нам завершить эту сделку, он говорит, я знаю, что он богатый, но ты просто даже не хочешь вообще близко оказаться на его месте и все, что он проходит.

тот, кто э, в своем сердце держит Божье Слово, то он... Бог даст ему истинный успех. И это не должна, не обязательно богатство. И не всегда это совершенно сильное здоровье. Но это что-то внутри. Когда ты ценишь это каждый день своей жизни, и ты продолжаешь идти вперед. У тебя есть направление. И в послании к Ефесянам Шауль говорит об этом очень красивые слова. Что каждому предназначено сделать добрые дела в Господе нашем Мессии Ишу. И сейчас мы обращаемся к книге «Бытие» первым главам. Иногда мы говорим, что же там я могу узнать, я там понимаю и помню все. Это неправильно. Не вот четвертая глава. В четвертой главе написано про Каина и Авеля. Помните? Каин, Эвель, Адам и Хава. Адам и Ева, у них были дети, и מדובר, כנראה, были ребенка, Каин и Авель. Естественно, у них были другие дети. Наверное, родились также дочери, которые вышли замуж за Каина и за Авеля. Это первые люди были. Возможно, вместе по всей, на всей земле было 10 человек. И мы видим, что Каин был земледельцем. Кибуцник Первый кибуцник. Он э, растил пшеницу. Э, им а, а Авель пошел быть э, пастухом. Лама, И у него было стадо овец. Почему именно овцы? А им айала, Можно было в то время есть мясо? لا. Нет еще. А на, Только после потопа э, Бог разрешил есть мясо. Нужна ли была им шерсть овец для одежды? Они карати, Я читал, хуча что э, 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 и нитка, которая сделана из конопли, намного более полезная для здоровья, чем нитка, сделанная из шерсти овцы. Я просто спрашиваю вопросы, на которых у меня у самого нет ответа. Мы пытаемся заглянуть в мир, который мы совершенно не понимаем. мы если мы подумаем про их человеческие способности, они были совершенны по сравнению с нами. Мы в книге, о, мы в школе учились, учились, что мы при процессе эволюции развились в человека из обезьяны. Но это глупости. Но Ну вот сегодня есть очень много людей, которые больше похожи на поведение обезьян, чем в то время, когда жили Каин и Авель. И даже на уровне нашего умственного развития. итаску. хайот заляаген а когда говорится про того что э, имеет дело с животными и не совсем поняллосуточночная генетическом уровне они работали с генами животных делали чего-то как боги и

Это то, что, мы сейчас едим, это пшеница, которая была выработана генетическим образом и людьми. И, скорее всего, что первые люди именно этим и занимались. И вдруг произошла ссора. Каин урегет Эвел. И Каин убивает своего брата Авеля. Ве зе маколь не не рамузар. И все это выглядит очень странно. Адам Хава им яхлули йот лелосов Хаим. Адам и Ева они могли жить вечной жизнью. Хед хатцарет в игбил Хаим шелем ле элев шана. А грех сократил их жизни до тысячи лет. В питом мавет питоми в им и вдруг наступила смерть внезапная. Скорее всего, они даже не знали, как с этим справляться. И мы здесь читаем, что Бог произносит суд на Каина. А кровь Авеля взывает от земли к справедливости. Сколько людей были убиты с первого убийства Авеля? миллиарды Миллиарды людей. Но написано, что именно кровь Авеля взывает к справедливости, только кровь его продолжает, это не аллегория, так написано. А Каин испугался и убежал. Он женился, у него родился сын Ханох. Ханох минуха. Ханох, э -э, это минуха, это покой. У... Я мя вира, Ему нужно, он он понимал, что ему нужно было убежать от этой атмосферы, которая вся восстала против него. А за филу лебеншилу он утен шем Ханох. Енох, да? Да. И своего сына он называет Енох, Ханох. Минуха, они михапес минуха. Это покой, я ищу покой. Агав, за давар миот хазак, ше атан утен ле елет шелха шем, лёс там... Это очень э, Сильная вещь, когда ты своего ребенка называешь каким-то именем, не из списка а, телефонной книги. Но когда ты молишься, чувствуешь и выражаешь что-то. И он построил город и назвал его в честь своего сына Енох. Согласно рассказам и притчам этой области, в которой мы живем. Говорят, что Бальбек — это город, именно который был построен в честь Еноха, тот город, который сейчас подвергается массированным атакам мегалитим, и анакиот, что лану технологии И есть и там а, при раскопках обнаруживают такие здания грандиозные постройки, что сегодня даже при всей высочайшей технологии у нас нет возможности построить то же самое. Они мамших я продолжаю из бытия 4 главы. В 19 стихе написано про Ламиха, который был первый, который взял себе две жены. Ада и Цила. И Хазаль, наши мудрецы, обычно говорят, שהיה מנהג לקחת שניים שטואה בלתה קואביצ'י בראטי מנדבוך ז'ון שאחד יכולה ללדת ילדים והשנייה שמרה על הגוף היפה שלה чтобы одна рожала детей, а другая сохраняла фигуру. Но это не то, что э, написано здесь. Потому что в 20 и 21 стихе написано, что у Ады было два сына. И также у Цили был сын. И вот интересно, э, интересные события происходят с этими мальчиками. Если мы живем и смотрим на то, что происходит сегодня, развитие какого-то направления основано на знании, которое было прежде. Например, в медицине. Оба инженерия, оба механоут. Или про или инженерия, или машиностроительство. А в но эти ребята, а Юлигам решёним были совершенно, они совершенно отличались. Они были первыми, которые что-то начали развивать. То есть перед ними был чистый лист, и они начали развивать что-то грандиозное. В 20 стихе написано, что Ада родила Явала. Kain. И он занимался. И он занимался тем, что чем занимался Авель. Он uh, начал растить животных. И опять таки я задаю себе вопрос, почему? А две недели, когда две недели назад, когда я учил, я говорил про нефалимов. Вы помните?

О Шумере, о бабилони, Но очень много в самаритянском и э, вавилонском или греческом э, в греческой мифологии написано об этих вещах. гадлу это ахлубаса. А и скорее всего они выращивали э, стада для, для того, чтобы э, нефалимы ими питались. Скорее всего не доели мясо. Они не были как люди, о 안giving, у которых был запрет есть мясо. И написано, что также она Ада родила еще одного сына и назвали его Иувал.

И музыка. У каждого из них был учитель, который разъяснил им основы музыки. И вот и увал. Он начинает с нуля. Сод ретет коли. Звука. Э -э, тайны колебания звуков. Они Я слышал о том, что э -э, древние. древние люди... Древние. Древние. הם היו משתמשים ברטט קולי בשביל להרים מסות ענקיות של אבנים וכנראה בבנייה של פירמידות, אתם זוכרים פירמידות ודברים כאלה הם השתתפו רטט קולי Они использовали силу колебания звуков, а не силу каких-то грузоподъемных машин. И естественно, эти пирамиды не были предназначены для того, чтобы там хоронили людей. Скорее всего, это были какие-то энергетические строения, которые мы сегодня не можем понять, что это. Но вдруг, вдруг мы видим здесь этого иувала музыка яхад, Который стоит у основ зарождения музыки. музыки, мы даже не понимаем, что это. музыка, и музыки. И строительство, потому что, скорее всего, использовали э, силу колебания звука для того, чтобы передвигать камни. В этом כוח של הזיכרון שיש במוזיקה ובאבן הוא ענק. помните понимаете что сила которая есть в музыке и e איפה? -E -E И в, строительстве из камней она очень мощная. Они мазбир Я объясняю почему. Катву эйзешу яцира музыкалит лифней арбами от хамешми от шана вы адакшав Написали музыкальное произведение 400-500 лет назад. И до сих пор его люди играют. В бану машу меод яфе. Мы очень ним охора, вы отдыхаете, вы находитесь шам, санкт о Вина, о, о, о и мы и построили какие-то красивые строительства 500 лет назад и мы смотрим в санкт-петербурге в вене в Риме и удивляемся красоте этого строения то что написано на бумаге можно переделать и, скорее всего, много текстов в мире пережили uh, перепись. -музыка, -e Но музыка и строительство из камня не может быть переделано все это сохранилось, сохранилось в первоначальном виде. Анахну что цила улита, тувал, каин, мы продолжаем, uh, и мы видим, что Циля родила Тувал Кайна. И написано про этого человека, что он начал работать с медью и с железом. Если мы помним школьную программу, мы помним, что первое, сначала разрушается бронза. что в начале была эра бронзы. А, сначала был бронзовый век. Да, а по, в Ахре Анахну Игану Кадима Ле Барзель. А потом э, прошло время, и мы вступили в железный век. Кодем коль, эле шемитаским им... И металлургия, умрем, бронза, бронзу, очень, очень Занимающиеся металлургией знают, что сделать бронзу очень сложно. Что такое бдиль? Э, олова. Нужно олово иметь для того и какие-то сложную э, э, химическую э, формулу задействовать,

которые сделаны из гранита и диорита, это что Диорит. такое? Диорит. Диорит, как Диорит, гранит, но намного более прочный. а И фигуры, которые были сделаны из этого материала, Они просто совершенные. а вы И надо было, чтобы сегодня Шерли переводила. И работали и с молотком и зубилом. И зубилом. в шары. Невозможно. Дворы Потому что эти вещи они совершенные. В и это говорит, что этот человек Туваль Каин и его ученики, скорее всего, его дети, они развили что-то, что мы даже до сегодняшнего дня не понимаем, что, что это. ميوت ميوت который дал, uh, которые дали им инструменты и возможности работать с очень сложными инструментами, камнями. Почему я говорю про эти мелкие вещи? Где-то 15 лет назад я начал интересоваться этими вещами. Я постоянно все глубже и глубже копаю, чтобы больше понять

Но они не начали сходить вниз в бытие 6 главе, а уже в то время, когда происходили все эти события, что я вам говорю сейчас. В Эфиопии нашли книгу Еноха. Она не зашла в канон Священных Писаний. И поэтому я не отношусь к ней как к священному писанию. Но есть в Новом Завете много мест, когда обращаются и цитируют вещи, написанные в книге Еноха. И Енох рассказывает такой рассказ. שזה גם מתייחס לברישית שש которая тоже, которая главе, שמלאך בשם סמאל וזה לא שטן זה סמאל אחד מהמלאכים גדולים של מלאכי שרת ועוד 200 и еще 200 вместе с ним эм хирмон. сошли на гору Хермон. А Кто знает гору Хермон? Почему назвали эту гору Хермон? Потому что есть на иврите слово «херем» — заклятие. заклятие. Они там наложили заклятие один на другого. Сказали так. Мы не уверены в том, что мы сейчас делаем. Может быть, Бог скажет нам молодцы, а может быть наоборот. И Самуил взял ответственность на себя и сказал, мы будем вместе, а я буду за вас ответственен. Есть что-то в горе Хермон. קיסריה של פיליפוס ואם אתם זוכרים זה בדיוק המקום איפה שישוע לקח את פטרוס יוחנן ויעקב והם עלו לשמה ופתאום Вы помните, что именно в это место Иешуа взял Иакова, Петра и Иоанна, и именно там его лицо светилось, и он беседовал с Моисеем и с Ильей. Ильей. И очень интересно, что после потопа а Наказание постигло этих служебных ангелов. نفלים, И также нефалимов. Нефалимы все вымерли. לא, все или не все, я не знаю. היו... И в книге Иуды написано, что Бог оставшихся заключил äh, в, в темницу до судного дня. Это вообще не говорится здесь про дьявола. Есть вещи, которые мы практически не понимаем, которые были в прошлом. И один из потомков uh, Кайна, его звали Иаред uh, через Юд. Через Айн. Через Айн

זה כבר היה פרקטיקה מקובלת, הם ראו את המלאכים האלה מלא אותם וגם הנפלים האלה וגם שמילו, ארץ שמילו ארץ בחמאס חמאס מעברית זה מצב שאתה אפילו לא מתלבט מי אתה טוב או רע, אתה תמיד רע А хамас, злодеяние, это значение на иврите, когда ты даже не сомневаешься, плохой ты, хороший ты, чистое зло. И Виктор Родой сегодня учил, как нам понять, где мы находимся в духовном плане. Если у нас есть жажда к Божьему Слову, тогда все в порядке. Это то же самое, но наоборот. Тогда вся земля изменила свое направление. Скорее всего, uh, вот эта кровь нефалимов распространилась во все уголки природы. Мы поколение, которое умеет считать. Я вам дам несколько цифр. Фират, אדות, 1880, uh, с uh, с исчисление... uh людей, которые жили на Земле с 1880 года, Клумар, минус года. то есть минус 140 лет, Аю хаим ба, адамот, ищ, примерно на Земле жили 1 миллиард человек. ולעומת, מלחמות, בעיות, и несмотря на огромное количество войн, эпидемий и различных проблем, שלנו, и нашей э, нездоровой, нездорового образа жизни, от кама до скольких лет здоровая женщина может сегодня рожать детей? Хамишин? до you know, 50? Максимум. ми миллиард, лишь миллиард. А мы с миллиарда выросли до 8 миллиардов. с сотворения человека до потока Прошли полторы тысячи лет это умножить на десять. С 1880 или 70 -го года до 2024 -го прошло сколько? Примерно 150 лет. Yeah. с миллиард миллиард. миллиарда до 8 миллиардов. В аз

Э, до, до какого времени женщина могла рожать? 500-600 лет. Им хазаким математика? Если здесь есть люди, которые сильны в математике? А сканеры? А Анашим о гамма гибридима или они филим?

Кто говорит? Масоны. Масоны говорят, что нам нужно сократить количество людей, потому что земля не может выносить такого количества. Но тогда в 30 раз больше было, и жили, и жили хорошо. Но они наполнились злодеяниями. И вот Бытие, 5 глава. И мы читаем uh, в 16 стихе о рождении Иареда. Они уже כרס שקורא בעלי אדמות. (אומר בערבית ומתרגם:) והנה נולד בפסוק שמונה עשרה חנוך שני. (אומר בערבית ומתרגם:) וזה שהיה נלקח לשמיים כי היה איש צדיק А тот, который был взят на небо, потому что он был праведен, про его книгу я сказал, что нашли в Эфиопии где-то 200 лет назад. И Ханох, согласно его книге, стал Божьим спикером. Как у нас есть э, контрадмирал Халеви, который является спикером армии, так Ханох был спикером Бога. И он объяснял эти вещи в его книге. А после него были вещи очень особенные. В 21 стихе мы читаем про человека, как э, родился э, человек, его назвали Мафусала. Мафусал. Mafusal. На иврите его имя легко перевести. Мет о шалах. Он отталкивал смерть. Он оттал отталкивал смерть. квар Скорее всего уже был совершен Божий yeah. суд. шафах -про -про <гумут> Божий суд был уже произнесен, но он не послал его на человечество из-за одного человека мафушалах

Ба бана אותам, пашут, раз от А дьяволы все его представители в вселенной, они остались как триггеры, что если человек решает делать зло, то они искушают его на большее зло. Басефер -яков. Так же, как написано в книге Якова. שאנחנו מתחילים לעשות חטא, (שטוקדם ואז חטא פשוט תוקף אותנו. (שטוקדם בנת שיניים דלת גריח) למה מאוד חשוב לשמור על דרכים שלנו? זה למה אנחנו צריכים לדעת כתבי קודש (בעטמון אמנוש ולהתחזק בכוח אלוהים ולבקש ממנו עיניים בשביל לראות и просить у него глаза для того, чтобы понимать, что в этом мире добро, что и зло. И тогда наше направление будет правильным. И даже если мы падаем, то Бог поднимет нас. Потому что написано в псалмах, что семь раз упадет праведник и поднимет его Господь. Потому что вся система, которую выстроил Бог, И она или судит нас, или благословляет нас. И мы видим эти вещи очень часто в священных писаниях. Но в намного меньшем формате, чем во время потопа, во времена Ноя. Например, кто помнит историю Содома и Гаморы? הם התמלאו בחטא שם באזור הלוקאלי הזה Они, äh, свое, לא כל העולם אלא את האזור המסוים וכתוב אלוהים שפט אותם, וכתוב, אלוהים שפט אותם

И что-то подобное мы видим из свидетельства десяти саглайдатов, которые ходили исследовать землю. Кто помнит про двенадцать саглайдатов и свидетельство десяти? Они сказали, мы были здесь. Мы видели великанов.

как а та, ми ба азот, каково значение, если ты не предназначен находиться на этой земле, «Им ли азот, если это не Божья воля для тебя находиться ми, на этой земле, а виме аза юхайпо, так кто тогда здесь жил? Кананим, написано «Хананей». И они были прокляты проклятием. А несмотря на э, внешнее благословение, процветание и прекрасные плоды, а эта земля пожирала их, почему мы, которые живем здесь, должны сказать, я соглашаюсь с тобой, отец, что взял меня из другой другой стороны привел на эту землю. Я благодарю и благословляю твое имя за это. И и самое главное, спасибо, что открыл мне своего сына Ишуа. И этот рассказ также описан в Новом Завете. Если вы откроете послание к Римлянам первую главу, Юля, бони Римлянам первая глава, 18 стих. 18, 19, 20. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Везе Шауль. сипур ал зман, это не рассказ про то время, когда жил Шауль. Он говорит про то время, про которое я вам сейчас рассказываю. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидима его вечная сила, его Вы большинство от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. В этих трех стихах написано, что во время до потопа присутствие Бога было явным. И видели, когда Бог что-то делает, и когда люди что-то делают. А валькату в срым выехат, а эм ло, эм икиру а валенат ну локавод. Написано, что они знали Бога, но они не прославили его. А за лугим И Бог оставил их. В иткалькелю. И они испортились. Машу иткалькель бифним. В них что-то испортилось. Ходим кольба яхолет льорот тмуна митит. Во-первых, в их способности видеть истинную картину. Эм и всиду. Хамас. Они пропустили свою, упустили свою способность выбирать хорошее, они выбрали плохое, они выбрали злодеяние. И они спустили, опустились на Что тогда, когда умер Метушалах, пришел потоп. Ба Бришит в Бытие, 5 главе, 29 стихе говорится про то, что родился Ной. И его и имя также созвучно с именем Енох. Ноах, Енох. И все по, и в смысле отдыха.

Uh, что Ной понял, он не должен устраивать место покоя на испорченной земле. Но он должен построить ковчег. И он начал работать над этим, работал сто лет. И написано, что он осудил весь мир.

Но каждый должен uh, встать на своем месте. И найти свое место в том, чтобы быть свидетелем Бога, свидетелем Машеха. Написано в Евангелии от Луки.

שני, ра, но в другом месте будет тоже зло, но оно не будет таким явным. А генетика, люди начали играть с генетикой, им AI, с э, искусственным интеллектом. И они отдают свои способности чему-то другому. Шув, я слышала одну лекцию. От людей, которые были начальниками Гугла несколько лет назад. Есть еще несколько лекторов. Одного, Одного из них зовут Юваль Харири. Израильтянин. Атеист ли Гамре? Совершенно атеист. В у дебер бакенеса Харон бедавос. И он кенесил экономика. Говорил на одном экономическом форуме. В у АИ. И он сказал, что искусственный интеллект. Безман Хакаров в ближайшее время. И как Танах, Коран, в от камасфарим детям я фухме за дать возьмет э, Танах, и э, Коран и другие э, ведущие религиозные книги и сделает из него одну э, очень хорошую религию для всех. Мы уже чувствуем, э, чем это воняет. Но написано, как было в одни ноя. Так нам нужно посмотреть на Бога и попросить у него дар развлечения духов. Помните, да, есть такой дар развлечения духов. Не обязательно пророчество, но понять, где мы живем. Чтобы мы шли в правильном направлении. Чтобы мы знали, что сказать и с кем разговаривать. Чтобы Бог дал нам мудрости. Быть светом Иешуа Мессии в это время. Давайте встанем и помолимся.

тот, кто плачет, дай ему радость. Как написано в Нагорной проповеди, что ты утешаешь. И дай народу Израиля победу в это сложное время. Я молюсь имя Мессии. Аминь.